Уважаемый Владимир Николаевич, уважаемые товарищи, выборы прошли, результаты выборов никого из коммунистов не устраивают. Уверена, что если не после получения первого, то уж после получения итогового протокола все мы, и первые секретари, и члены Центрального комитета партии, и рядовые коммунисты приступили к анализу итогов выборов. Кто-то начал со своих упущений и недоработок, и если уже продолжить контекст выступления Константина, то я считаю, что снимать надо меня, потому что я, как первый секретарь райкома партии, осталась, если мы проводим аналогии с теми ребятами, которых ушли, как вы говорите. И в Сорокском районе с 46 мы дали 23% результат. И упущениями, я считаю, здесь районные партийные организации и недостаточный прием в партию коммунистов, и то, что 30% находятся на выезде, и то, что больше 10% уже, я имею в виду коммунистов, уже физически в таком состоянии, что чаще всего из дома не могут выходить и не могут заниматься агитационной работой. Но кто-то из нас старается переложить ответственность за проигрыш выборов на других. Бюро районного комитета партии «Сорока» на протяжении 2 летних месяцев провело очень широкие обсуждения предвыборной платформы во всех коммунах района с участием широкого круга избирателей и подготовила тем самым базу для проведения агитационной выборной кампании, в ходе которой мы провели почти 280 встреч с избирателями, 2 кандидата в депутаты парламента, и подворный обход был осуществлен почти 3 раза, почти во всех селах. То есть во всех селах почти 3 раза. Да, мы не дошли до каждого избирателя, но не по нашей, скажем, вине, просто потому что физически каждого избирателя невозможно застать дома. Но дошли до каждой семьи, зашли в каждый дом. Другой вопрос, какое решение приняли избиратели. В нашем районе очень активно работали либерал-демократы и социалисты, у которых, правда, были незнакомые людям лица и никакой программы, кроме России за спиной. За демократов 2 раза агитировали члены центральной группы. Либералы на скромные деньги скромно раздавали скромные листовки. Что в итоге получили? Коммунисты 23,6% больше всех. Социалисты 7,8% и 7,8% у нас получили либералы-реформаторы, вот, коммунисты-реформаторы. И вот здесь опять же мы видим свою недоработку, что не смогли разъяснить каждому место, где находились коммунисты. Плюс 1000 голосов получил таможенный союз, 200 Мишин и 1500 испорченных бюллетнях, которые мы приписываем Рената Усатому. Итого больше 24 тысяч избирателей отдали свои голоса за левые партии. В 2010 году было 20,5 тысяч избирателей. То есть левый электорат в Сорокском районе вырос. В то же время демократы и либералы сохранили свои голоса. Либерал-демократы потеряли почти 3 тысячи голосов. Это при всем том, что административный ресурс у них был, вы знаете, и Министерство образования, и Министерство здравоохранения, и Министерство внутренних дел, и таможня, и так далее. И кроме того, председатель района и 17 примаров района, они являются членами ЛДПР. Вообще у меня за спиной 12 выборных кампаний, и никакие из всех предыдущих выборных технологий, использованных всеми партиями, не сработали в такой степени, как ожидалось. А результат выборов – это результат совместных усилий всех антимолдавских и антигосударственных сил под руководством западных политтехнологов. Иначе-то это было не 5 лет назад, а еще тогда, когда наша партия имела 71 мандат, и когда без привлечения каких-то западных финансов, кредитов, грантов и так далее, получала серьезные результаты. И тогда Петр Кириллович Лучинский начал проект под названием «Филат», который потом перерос в либерально-демократическую партию, потом в партию коммунистов были внедрены американские агенты, которые стали потом таранами в 2009 году Лупу, в 2014 году Дадон, и плюс все те политтехнологии, о которых уже говорили сегодня. Владимир Николаевич говорил о том, что
что очень важно для нас развитие общественных институтов. Вообще, если мы будем говорить об идеологической базе нашей партии, то это государственный суверенитет страны и социально ориентированное государство. И именно от этого ждут от нас наши избиратели. И те 300 тысяч, и те в каждом населенном пункте мы знаем, сколько проголосовало за нашу партию. Я уже почти 3,5 года являюсь примаром города, крупного по молдавским меркам, и знаю, что такое обделенный вниманием властей избиратель. И если мы еще будем способствовать тому, чтобы его отстраняли от участия в жизни, то это, наверное, будет неправильно. Мы через день после проведения выборов посоветовались с бюро районного комитета партии, с секретарями городских первичек, пленум еще не проводили. И коммунисты Сорокского района говорят о том, что не в коалиции и не занимая должности, а в контрольных органах, вот в таком варианте можно было бы попробовать участвовать, хотя бы попробовать, для того, чтобы потом говорить о том, что мы пытались консолидировать общество, это был наш предвыборный позыв, что мы пытались отвечать на те потребности избирателей, что мы пытались решать социальные вопросы. Я, может быть, Костя, всегда вообще-то с тобой соглашалась, но последний вопрос. Мы в 2009 году имели 60 мандатов. А с ребятами в 2010 году имели, не в 2010, а в 2000, да, в 2010, имели уже 42 мандата. Пацаны, может быть не прямо так, потому что я тоже сижу в социальных сетях, не отвечаю, правда, потому что для меня партия — это не те 10 человек, чьи фамилии мелькают там на Фейсбуке постоянно. Для меня партия — это 720 сорокских коммунистов, которые честные, порядочные, преданные. И говорить о том, что все мы продались Плохотнюку. Я была депутатом, мне предлагали деньги, я не продалась. Мне в этом году перед выборами примары отдел партии предлагали любые миллионы для города, для меня, я не продалась. Поэтому те ребята, которые не могут одно предложение написать без пяти ошибок, сейчас сидят и решают за всю партию, может быть, так неправильно. И тот, кто, у кого так болит душа за судьбу нашей партии, что он позволял полгода или направлял этих своих детей на то, чтобы они нас полоскали, может быть, это тоже неправильно. Может быть, давайте, если мы ребята так ребятами останемся до конца по отношению к тем, кто, с кем мы шли по этому пути на протяжении десятилетий. Я думаю, что нам всем нужно успокоиться. Да, душ даже не холодный, а со льдом на этих выборах получили мы все. Нам нужно всем успокоиться, нам нужно думать о том, как нам жить дальше, не выживать, как нам жить дальше, и всем вместе принять взвешенное и правильное для всех коммунистов, партии коммунистов Республики Молдова решение. И не думать о том, что мы повторим судьбу Рожки. Здесь сидят первые секретари районных партийных организаций, которые знают, что Рожка не работал с первичками, не работал в районной партийной организации, поэтому та партия и умерла. Я, например, умирать не собираюсь, и уходить из партии коммунистов тоже. Поэтому я и сороковские коммунисты, мы работать будем.